Приветствую вас. Я прочитал ваш текст. Думаю, что готов помочь вам разобраться с этой ситуацией, которая произошла. Хотя, конечно, в первую очередь мне бы хотелось узнать, сколько вам лет, потому что дети ваши достаточно взрослые. По крайней мере, 2000 года рождения у вас один ребенок, я так понимаю. Вот, соответственно, нужно сначала понять, сколько вам лет. Вот. Дальше, Галина. Психологи не дают советов. То есть я как психолог вам советов давать, ну, как таковых, наверное, не могу, потому что это было бы не совсем правильно, это было бы не совсем корректно по отношению к вам, и, по сути, это не научило бы вас чему-то новому, не научило бы вас чему-то своему, не научило бы вас справляться с проблемами, которые у вас имеют место быть. Вот. Поэтому мне кажется, что за советом вы обратились немножечко не по адресу. Дальше, значит, мы живем вдвоем с сыном, позади развод с мужем, его смерть, суицид. Надо сказать, что у вас вообще смертей, получается, хватает, да, муж умер, сына своего старшего вы потеряли, то есть это все так, так или иначе травма достаточно, травма для вашего младшего ребенка. На мой взгляд, для мальчиков это не было глубокой психологической травмы, их отношения с отцом никогда не были близкими. Ну, опять же, вы этого не знаете, как реагируют, как отреагировали они. Сильнейший удар я пережила в июле 2018-го, в армии погиб мой старший мальчик. Несчастный случай, хотя результатов следствия до сих пор нет. Почему нет? Так, ну, оно идет или как? С тех пор все стало только хуже и хуже, младший словно почувствовал свою взрослость, сейчас ему 15, абсолютно перестал прислушиваться ко мне, к своей тете, бабушкам и к деду. Я бы сказал, что отсутствует у него авторитетная мужская фигура. То есть, вы-то себе, как бы, нового мужчину не нашли, вы не встретили никого, и ребенку, подростку, ему именно нужна авторитетная мужская фигура рядом. Если этого нет, если нет авторитетной мужской фигуры, то, соответственно, и ситуация будет складываться вот так. То есть, дед не смог, я так понимаю, себя зарекомендовать качественным. Вот. Это неприятно, безусловно, но тем не менее, это, я боюсь, именно так. Дальше, значит, тут нужна вот именно мужская фигура. Не очень хорошая компания, то сплошные двойки. Ну, слушайте, вот опять не очень хорошая компания, да. Кто определяет, какая компания хорошая, какая компания не очень хорошая? То есть, ну, это вы определяете, что эта компания не очень хорошая? Или как? Тут, ну, вот у меня к вам вопрос такой.
То есть я вас как бы не обвиняю, да, я просто хочу понять вашу позицию по данному вопросу. Мне кажется, это важно. Вот. Дальше, так, значит, хотя результатов следствия, так, тут ваши двойки. Опять же, вы обращаете внимание на двойки, на оценки. Это такое ощущение, что вот у вас здесь оценка, у них очень хорошая компания, двойки, это оценка. А ребенку вашему, ему все равно на оценке. Он, очевидно, ищет какой-то стабильности. Мне так видится, он ищет стабильность, ищет, на что бы мог опереться. Я учитель, и что? Я не могу справиться с собственным сыном. Так с ним не справляться нужно. Ваш ребенок, он не нуждается в том, чтобы с ним справляться. Ваш ребенок хочет, чтобы его приняли, чтобы его именно принимали, чтобы его принимали таким, какой он есть, и все. Не нужно с ним справляться вам, не нужно. Понимаете, это принципиально деструктивная позиция, когда вы говорите, что, ну, что вот нужно справляться. Понимаете? Дальше, так, в конце ноября пришлось перевести его в другую школу, 9 класс. Зачем, для чего, опять же, по опыту могу сказать, что не помогает переводы в другую школу, помогает работа с детским психологом, клиент-центрированным психологом. Он и тут успел отличиться, уроки не делаем, да еще и нюхательный табак притащил. Но опять же, вы на все это обращаете внимание, да, то есть он делает уроки, сразу какая-то реакция, нюхательный табак притащил, сразу опять же какая-то реакция. То есть, ну вы, если можно так выразиться, весь набор, так сказать, классический набор родителя, отталкивающего от себя ребенка, выполняете сейчас. Вот. Дальше, так, словом, сейчас он в реабилитационном центре для подростков. Ну, то есть, вот, опять же, да, вы не справились, с другой стороны, насколько все серьезно. То, что вы пишете, что он получает двойку и притащил нюхательный табак, это не так страшно, чтобы его в реабилитационный центр помещать. Возможно, было что-то еще, что вы не говорите. Абсолютно не уверена в правильности этого шага, но другим вариантом была только еще одна смена школы. Еще раз повторяю, смена школы не вариант. Смена школы не вариант. Вы хотите, чтобы ваш сын вам доверял? Вы хотите, чтобы ваш сын имел с вами... Ну, контакт, да? Вот. Вы этого хотите? Вы не можете этого не хотеть. А раз вы этого хотите, значит, для этого нужно что-то делать. И в первую очередь, то, что вы можете сделать, это полностью принять своего сына таким, какой он есть. Но не помогать ему не брать ответственности за его действия, поступки, слова, да? То есть максимально сталкивать его с реальной жизнью. Вот. Смена школы, реабилитационный центр, это не смена, это не столкновение с реальной жизнью.
Я думаю, что вы не будете сам со мной в этом смысле спорить. Дальше. Перед экзаменами пойти на это не хотелось бы. Опять же, какая разница, почему вас так волнуют экзамены, оценки, да, так, как бы жизнь, она гораздо шире и многограннее. Сейчас я написал оба пробных ОГЭ на 2. Ну вот опять, да, вас это волнует. Как он написал ОГЭ? А его чувства, его мотивация, его внутренний мир, такое ощущение, что вас не волнует. Меня вызывает директор, предполагаю, в школе такой ученик не нужен. Опять же, здесь имеет смысл вам подумать вот о чем. Я не думаю, честно, что вам понравится то, что я скажу, потому что, ну, как правило, тяжело воспринимать родителям. Но ребенок сам ответственен за те действия, которые он совершает. Вы не отвечаете за его действия. Я прекрасно понимаю, что от вас требует школа, я понимаю, что от вас требует директор, я понимаю, что у нас такая система, что требует от родителей. Отчасти это правильно. Но вы видите, как обстоят дела сейчас. И я не думаю, что опять же вы помогаете своему сыну таким образом столкнуться с реальной жизнью. Так, значит, это мой сын, я не хочу вечерние школы, измены учебного времени, так объясняет, у вас вот учеба, это вообще прям центром вообще всего. Помочь ему, пока он в центре, с учебы я не могу, зачем ему помогать? Я виню себя, практически уже ненавижу свою работу, которая вынуждена заниматься рано поздно вечером. За что вы себя вините, и давайте попытаемся раскрыть ненависть к работе. Я думаю, нужно было оградить сына от влияния старших ребят, друзей моего погибшего мальчика. Они взяли под крыло Никиту, он очень много времени проводит с ними. Слышите, а как вы это вот себе представляете? Надо было оградить от влияния. Почему вы считаете, что есть вообще какое-то влияние? То есть вы сомневаетесь в том, что у сына есть свое мнение, вы сомневаетесь, что у сына есть своя голова на плечах, или как? Или что? Понимаете? То есть, вот, это то, что меня интересует на самом деле достаточно сильно. То есть, чтобы он остался вообще без мужских фигур в своей жизни, или как, опять же, то есть вот, что вы хотите-то? Дальше. Так, только я понимаю, что это не в моих силах, я могу запретить, он будет такой, начну не принять. Он и так стал много брать, потому что вы не принимаете его чувства, не принимаете его желания, не понимаете его. Я не могу сделать, я не могу понять, что я делаю не так. Читал ему сказки по вечерам, покупал книги, сама читаю работу. Ну, возможно, стараетесь жить слишком правильно, не даете себе никаких послаблений, слабостей и так далее. Давал ему возможность заниматься в секциях, общаясь не светлока, практически на равных советах. Но опять же важен контекст. То, что вы говорите, это на поверхности, а вот контекст, что вы вкладываете в это, ребенок, он чувствует не внешку, а внутренний аспект. Все у нас из рук вон плохо. Опять же, плохо это оценка. Не готов мы Никита отвечать свои поступки, потому что вы, скорее всего, не позволяете. Центр и смена школы, там, например, излишне самоуверен. Опять же, по той же причине ленив, потому что знаете, что вы все сделаете, вы все разбираетесь, чтобы не вы за спиной.
добрый, не глупый человек, катится куда-то, опять же, это по вашему мнению катится, может быть, идет по своему пути, то есть это опять же оценка. У меня нет сил, что отнимает у вас силы, что делать, чтобы что, я так устала от всего этого, опять же, от чего, что на вас давит, в храме не раз была, легче на душе не становится. Ну, это вопрос вашей веры, скорее. Такой камень гнетет невыносимо. Ну, вот камень — это, возможно, невыраженные эмоции. Вот, мне кажется, что вы такой достаточно сдержанный человек, вот, и свои эмоции не выражаете. А без этого тяжело. На работе об этом никому не говорю, но нечем гордиться. То есть, все есть стыд. Это опять же непринятие. Непринятие от своих проблем. Раз непринятие есть у вас, непринятие есть у ребенка. Ребенок справляется с ним вот так. И вы здесь ему не очень хороший пример даете. Своим родителям не говорю, живу далеко, не хочу, чтобы они в душу, чтобы они душу рвали. А почему рвали-то душу? Заловку поддерживают, просвета я не вижу. Что для вас просвет? Не знаю, как поступить, что делать с сыном, с нашей жизнью. Что делать, чтобы что, Калина? С вашей жизнью делать, чтобы что? То есть мне кажется, что вы вот сами не очень определились по жизни своей, что делать. А хотите чего-то от сына? Ну, мне, честно говоря, не кажется это там такой хорошей позиции, если честно. Вот, мне кажется, это больше, знаете, какой-то, может быть, такой иронии, ложью, которую, может быть, ваш сын чувствует в том, что происходит не настоящее. Вот. Ну, то есть, как бы, такой вот аспект. Так мне это видит, по крайней мере. Вот. Так что... Я бы поработал с вашими чувствами, я бы поработал с вами, с вашими эмоциями, вот, системой оценок. Ну, а по поводу книги, по поводу, точнее, взаимодействия с ребенком, я очень рекомендую почитать книгу Юлии Борисовны «Гиппенрейтер. Общаться с ребенком как?». Вот. Это чисто по взаимодействию с ребенком. Не стоит забывать также, что у него сейчас переходный период, возраст, в этом возрасте ребенок, дети активно тяготеют к различным группам, для них это важно. Поэтому прошу принять это во внимание. Вот. В целом, мне кажется, не случайно, что ваш мужчина, ваш муж, отец детей покончил жизнь самоубийством. В целом, я считаю, что не случайно, что у них не было с ним близких отношений. Я думаю, что начинать нужно с этого. Если честно. Я думаю, начинать нужно с этого, потому что очень часто бывает так, что родители закладывают в своих детей программу самоуничтожения. И, возможно, отец сделал то же самое. Но вы к этому по-любому не относитесь, но ваше поведение является как будто созависимым. То есть вы как будто толкаете вот своего младшего сына сейчас туда. То есть чем больше вы его оцениваете, тем больше вы его защищаете, тем больше вы пытаетесь его направить, тем больше он будет говорить нет, тем больше у него будет протест. Вот, тем больше вы будете оценивать, потому что ну, у вас большая часть текста про оценки и про учебу. А это все же не главное. То есть есть вещи более важные, чем учеба. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.